Живе Беларусь. И вот еще одна прискорбная новость. Умер известный белорусский бизнесмен Юрий Дэнков, который был бизнесменом, владельцем множества недвижимости в Минске, который был в свою очередь осужден в Беларуси по 7 статьям Уголовного кодекса. И вот стало известно, что в эти дни, 14 октября, он умер. Хотел бы выразить свои соболезнования родным, близким, друзьям. Хотел бы сказать, что этот человек тоже внес вклад в экономику Беларуси. И хотел бы сказать просто: Царство Небесное, каждый человек, который умирает, это уходит личности. Не имеет значения, это был богатый, бедный, знаменитый или неизвестный человек. Каждый человек – личность. И со смертью каждого человека уходит мир. Царство Небесное, вечная память Юрию.